Тольятти Азот в новом летнем сезоне на площади Дворца культуры официально открыл программу «Танцевальные четверги». Первыми танцорами стали жители Комсомольского района, которые на ретро-площадке двигались под популярную музыку 60-х-80-х годов. Судя по тому, сколько пришло желающих и с каким нетерпением они ждали открытия сезона, в подобных мероприятиях есть большая потребность. В прошлом году Тольятти Азот вернул горожанам открытые летние танцплощадки. И лучшего места для танцев трудно найти. От площади Дворца культуры открывается живописный вид на Волгу, а зеленая крона многолетних дубов создает естественный навес для танцующих. Мы в прошлом году тоже ходили, в прошлом году было. Очень душевно проводить это с пенсионерами, все общаться, это вообще приятно, да. Хорошо, что вы организовали для пенсионеров, вот это, для, чтобы люди не мучились и могли отдыхать культурно. Спасибо вам за это. Возраст у многих танцующих был достаточно зрелый, но танцы для них – это возможность жить полноценно, ярко проводить свой досуг и, самое главное, быть всегда в движении. Танцевальная программа продолжилась уроком аргентинского танго. Мастер-класс давали известные в городе танцоры, руководители школы танго «Плаза дель Танго». На первый танцевальный урок пришли тольяттинцы разного возраста. Освоить основные движения яркого экспрессивного танца не так сложно, когда тебя обучают настоящие профессионалы. В танго главное доверять партнеру, говорят преподаватели. Через интернет нашла, вот, что сегодня вот мастер-класс по аргентинскому танго. И поэтому мне это интересно, мне летом нечем заняться. Вот я решила попробовать. Сложно было сегодня, как вы кажется? Да не очень-то, мне кажется. Самое главное – доверять, слушать, куда он себя ведет. И все. Мы просто увидели рекламу, решили, что мы живем здесь, а у нас в Комсомольске как бы школ таких танцевальных нет. Подумали, лето, почему бы не ходить? Вот после работы удобно. То есть будем, если будет все это летом еще каждый четверг, то есть мы будем приходить. Нам все это нравится, но мы как бы не умеем, хотелось бы научиться. Вот у нас вот девочка хочет заниматься, так мы не занимаемся. Да, она у нас и восточными занималась. Вот, так что, а сейчас мы танго хотим, да? Пришли научились? Сегодня научились? Да, танго? Звезды прямо на сцену. Совершенства нет предела, мы занимаемся только месяц. А вот так уже хорошо получается. Да, спасибо. Но это танец, который можно без подготовки начать танцевать. Поэтому и он очень эффектно смотрится. Наблюдать за мастерами было так же интересно, как и повторять за ними танцевальные движения. И очень здорово, что так много людей сегодня пришло, и они такие открытые, идущие на контакт. Очень приятное ощущение сегодняшнего вечера. И нам вдвойне приятно открывать этот сезон. А за что мы благодарны Декато Азо, что именно мы его открываем. Но, конечно же, основное, очень приятно, что люди интересуются аргентинской танго, люди подходят, спрашивают, а где проходят занятия, потому что для нас это важно, вот именно поделиться тем прекрасным, великолепным танцем, который есть, чтобы люди тоже вдохновились и танго вело их по жизни. Организаторы обещают, что в новом танцевальном летнем сезоне гостей танцплощадки ждут приятные неожиданные сюрпризы и интересные мастер-классы в разных танцевальных жанрах. И не стоит бояться плохой погоды. В дождь уроки не отменяются, а переносятся в белый зал Дворца культуры. Я надеюсь, что танцев будет больше, потому что мы начали танцплощадку в этот раз раньше, на месяц фактически. И есть задумки, может быть, добавить каких-то народных танцев, так что следить за анонсами. Если мы найдем партнеров, то я думаю, что у нас будет еще интереснее, чем в прошлом году. Все лето вход на танцплощадку Дворца культуры Тольятти Азота свободный. Здесь вас ждут каждый четверг. Приходите сами и приводите друзей и партнеров по танцам.